Итак, всем привет, с вами Санч69 Фу, и это обзор мода на сталкер тень Чернобыля Lost World. Мод добавляет свой новый сюжет, который очень большой, как бы сказать его. И вот, ну, сейчас я буду показывать по возможности, что можно показать. Вот тут у нас дружественные военные. Чтобы пройти мимо их блокпоста, их можно или перестрелять, или просто пройти. Сейчас покажу, как пройти, может быть, потом попозже покажу, как, что будет, если их перестрелять. И где вы найдете плюсы. Как лучше. Так, просто проходим, можете почитать. Типа говорит, что ты долбанулся, что ли, идти в зону. Говорим ему хрень какую-то, он сразу фигак нас пускает в зону. Итак, это первый вариант, сейчас покажу второй, что будет, если их перебить. Итак, сейчас мы рассмотрим второй вариант, что будет, если всех перебить. Делаем вот так. Кстати, я забыл сказать. Это 1000 грамм это у меня стоит. Тут минималка, то есть максималка 35. Как бы, чтобы стрелять из этого ружья, нам нужно поставить патроны в слот для... Где раньше стояли артефакты. Вот. Такая вот штука. Теперь идем. Делаем сразу так. Пока. Пока, мужик, пока. У него получаем берил. Это уже и один большой плюс. Идем дальше. Но дальше нам будет очень трудно. Так как они, такие логики кажутся, или могли бы казаться. Что ты сделаешь? Порвешь корову? Ну молодец, рви. Коров мне не жалко пока. Я не Валера, коров не ебу. Диабло? О, он уже про Диабло говорит, фига себе. Где еще один Диабло, бля? Это вообще было 5, если что. Там мужик был. Там был мужик. Ах ты сука! Ах ты сука, в прямом смысле. Надо от него съебывать, а то он нам сделает. Ах ты сука, реально. Аптечки тут используются вот так. Оденем какой-то костюм. Используется, то есть вы не сможете стрелять, пока вы используете аптечку. Это плюс того, что в реальности. Ну и плюс тех, кто любит просто пострелять. Вот я люблю более реальных, но как-то то, что просто пострелять, не очень идет. Блять, ну где ж ты, ё-моё? Пизденыш, ты, блядь, нарвешься сейчас. Ну неприятность, а? Мать. Дострелялся? Мужик, блядь. У нас еще 2 военных есть. Аптечек у нас, как видите, больше нет. Так что придется действовать. Да, кстати, чтобы стрелять тоже с автомата, нужно тоже поставить это в слот. Что ты делаешь, бля? Бачу сталкер? Тоже бачу. Вот, блядь. Ты бачишь. Ах ты ж, ёб, конечно, блядь. Ах ты ж, ёб. Я знаю, что вам ничего не видно, но включу фонарик и спалю себя. А в плане имею в виду в игре. Ладно, обыщем этих жмуров, посмотрим, что у них будет. У них тут всякие матрасы. Вот, кстати, игра очень разнообразная. Тут новые еды добавляется, нового всего. Все оружие переделано, как бы. Сделано как под арсенал, что ли. Вот, кстати, у этого костюма такой хороший стат, нормальный, вот. То есть мы получили с этого только плюсы. Как бы. Вот. Сдохни, тварь. Пошел в жопу. Так, всех мы ликвидировали, теперь пойдем дальше по нормальному пути. Я просто показал, что будет, если убить военных. Нет, или так пойдем. Идем дальше. Мы, кстати, находимся совсем в другом месте. Не там, где мы были. Вот у него 2 сухпайка даже, охренеть. Надо вы понимаете, что такое сухпайок. Если хотите, почитайте. Так. Что я хотел еще сказать про этот мод. В этом моде сделано все, как бы... То есть, если вы попадете в аномалию, вы с нее выбраться не сможете, как бы вы ни пытались. И аномалии убивают здесь, как с одного удара, как и должно быть. То есть, если вы попадете в аномалию, вы с того выжить сможете? Я не думаю, конечно. Это как-то для более реалистичного... Каждый... Да, и кстати, когда вот, например, едите гранат... Фу, блин, едите гранату. Короче, когда едите что-нибудь, тоже будет, кстати, вот, например. Даже сейчас продемонстрирую. И, кстати, если не есть долго, вы можете умереть. Это чистая правда. Итак, мы, кстати, на другом конце карты оказываемся. Вот, и да, и тут добавлено 16
новых локаций, 16. Вы представьте, 16 новых локаций. Это не шуши-муши, это шикарно просто. Итак, мы сейчас идем в село. Чтобы не тратить время, я промотаю до того, как я дойду в село. Итак, мы все-таки пришли в город. Извиняюсь за то, что у меня будут лаги. И какие же нам возможности представляются в городе? Сейчас я вам покажу их. Так, только сразу надо ставить какое-нибудь оружие. Просто увидеть, почему. Так, убираем оружие и говорим с этим. У него тут много всяких опций. Он может нам попасть в компанию, если, то есть не попасть, а с нами пойти до компании. Но нужен рейтинг. То есть не рейтинг, а убийство, то есть. Поэтому он сейчас... Мы сейчас попробуем с ним подуэлиться. Враги вас будут... То есть, эти будут вас стрелять, но они не будут вас попадать. Смотрите, вот. Это типа PvP режима. То есть вы убили, 10 секунд они стреляют, потом они успокаиваются и все. И так можно дуэлиться с каждым человеком вообще везде вот тут. Вот. Это один плюс этого мода. Кто хочет просто быть злым и убивать всех подряд, можете убивать их даже и не менять за это репутацию. Нет, конечно, вы измените репутацию, но не так сильно, как вы просто так убьете. Если вы просто так убьете, вы просто, как бы сказать... Ну просто, блин, они будут сразу все вам врагами. Кстати, заметьте, кто играл в мультиплеер Stalker Чистое Небо, вы должны вспомнить эту карту. Я думаю, все помнят эту карту. Я не помню, как она зовется, но карта все-таки, я думаю, всем знакома. Вот. Теперь перейдем дальше. В игре добавлены несколько новых НПС. Ну, не несколько, даже очень много новых НПС. Некоторые из них даже могут выполнять такие возможности, как Сталкер Тень Чернобыля. Тьфу, блядь, Тень Чернобыля. Сталкер Зов Припяти или Чистое Небо могут улучшать оружие, броню. Также. Система сделана очень хорошо, я попозже вам это покажу. Итак, перейдем к дальнейшим свойствам мода. И да, еще одно нововведение в этом моде. В этом моде восстановлены все вырезанные монстры. И они... У них имеются другие звуки, как вы слышите, я думаю. Иди в жопу. Кочурился. Кстати, с монстров падают руки, ноги, все, что подобает. Сейчас по пути пойдем дальше, если я встречу кровососа. Я это обязательно покажу, насколько стали враги очень, как бы сказать, они стали такие же, как должны быть. То есть очень опасные, которых надо стеречь и убегать от них сильно. Какого бы броне не были, вот вы будете в экзоскелете, нам с чем угодно. В общем, если я встречу кого-нибудь, я обязательно запишу. Итак, мы все-таки дошли до деревушки. Что же у нас тут ожидает? Как бы вы думали? Тут я сделаю вот так вот. Посмотрим, какие опции у этого чувака есть. Просто... Кто этого? Какой-то крутой чувак. В общем, чувак. Знаю одну вещь. Кстати, тут нас надо, чтобы вот... Чтобы, например, активировать ножик, надо его поставить в слот. Вот. Шизика мы убили. За нами охотится еще тот чувак. Но враг? Нет. Он нам не враг. Это хорошо. Ну, привет. Ну, привет. Привет, привет, да. Оружие убрал? Да убрал я оружие. Так, идем вниз. Что бы нас тут ожидает, как вы думали? Вернулся? Нас ожидает чувак, похожий на Сидорыча, но с бородой, блядь. С бородой! Ёбаный в рот, это... Играет Любе. Ну, Любе я, конечно, люблю, но... Бля, ну что вот это вот такое, мне скажите, а? Пиздец, нахуй. Что у нас в сундуке здесь? Нифига нормально. Ну, это хорошо. Хоть что-то. Какой-то презент. Сидорыч, это типа Сидорыч, как-то его зовут. Крохобор. Крохобор у нас? Блять, ну давай говори с Крохобором, ебаный задрот, нахуй. Вот, у него есть всякие там... Можете почитать. Можно у него заказать оружие, как в третьем Сталкере, Зов Припяти как раз. Можно заказать любое оружие, оно тоже будет со временем приходить. То есть, как бы, тоже добавляет реалистичности. Спрашиваем, есть ли у него работа. Он нет, нам ничего не отвечает. Где-то тут у него можно взять какой-то квест. Вот. И он нам дал задание забрать кейс. Все-таки пройдем это задание, чтобы показать, насколько... Достоинство мода. Посмотрим, что он продается. Продается все в большом количестве, патронов вообще навалом, но они стоят нифигово. Еще консервных банок. В общем, как я дойду до того места, ну, куда нам надо, а куда нам надо? Нам надо вот сюда. Нет, нам надо вот сюда. Так что пока я туда дойду, посмотрю, где находится кейс, я обязательно запишу, как мы проходим этот квест. Дошел до того места, которое мне нужно было. Тут у меня жутко лагает что-то. Это хрень какой-то тут странный зомби. Которому сейчас прикончим.
От них, кстати, падают руки. Я уже говорил. По пути когда шел. И что же нас тут ждет? Так, я не сюда бегу. Мне бежать в бункер, наверное. Собрать кейс у бармена. Бармена. Может, бармена? Бармена. Какого бармена? Такой барман. Бармена она, блин. Куда ты вообще? Идти-то, блин. Какого бармена? С ума сошли, какой бармен, блин. Кто там? Это еще кто-то есть. Игра лагает жутко, бля. Какие-то барманы. Бармана, блин. Барман. Барман, ты где находишься, ты барман, бля? Кто тут такой умный? Макс Барман. Где ты, пидор, бля? Калаш выкидывать лучше не надо. Барман. Где ты, нахуй? Покажись. Сказал, блядь, покажись. Сук. Нашел этого пидор. Барман, блядь. Что я вообще с крысой забарманил? Не умею сейчас забарманить. Да, рулю. И этот, нахуй, блядь. Это бутылки. Надо поставить патронов, чтобы у меня крыса не забар... Мали, нахуй. Только теперь лежать надо. Барман, помогай, блядь, барман. Барманыч, ёпты. Да мы тут скотины бегут. Игра жутко лагает, жутко прям, очень жутко. Сука. Сдохни, тварь, блядь. Ну, теперь можно поговорить с барманом, нахуй. Бармон, здоров. Ты бармон? Отнести кейс к крохобору. Итак, относим кейс к крохобору. Итак, все, как я встретился с кровососой, и... Они меня съели, нахуй. Быстро и беспощадно. Я вот от него бежал во всю прыть, но взял меня да съел. За одну секунду, как я вам и говорил. Все. Псевдособаки, вообще пипец. А да, кстати, я забыл, он дал нам еще один квест найти артефакт какой-то. Сейчас посмотрим, какой. Что-то все залагало, жутко. Так, не то. Я просто запутался уже. Ладно. Я уже не помню, как тут даже что-то там куда включить. Вот. Найти артефакт «Ночная звезда». Вот, нам вот сюда идти. Сейчас я то же самое сделаю, как и этот квест проходил тоже. Когда иду до места, обязательно запишу. Итак, мы пришли на какой-то завод. И не знаю, что нас тут ожидает, но нам тут нужно найти артефакт. И опять лаги, блядь, с какого хуя появляются, я не пойму, блядь, вообще. И чё тут? Не понял. И что нам тут делать, нахуй? Это кататься можно, небось? Хуя, блядь. Дверь сломала. Ну да, шикарно. Так, где артефакт находится? Он находится тут. И что же нас тут ждет, блядь? Реально какой-то завод, нахуй. Главное, болтом вынесли дверь, мне тут понравилось. Хуйные болты, наверное. Вторую дверь в машину можно снести. Куда ты ебашить, а? Без понятия. Хуя? Здравствуй, хрен мордастый, блядь. Вы слышите, что тут есть? Ну? Где ты, блядь, кровососняна? Давай беги сюда.
Только я пол хп у себя снял, но... Не хочу его только трогать, но... Где, блядь, артефакт? Вот это меня печалит. Где-нибудь близко, да? Надо на сухпаёк принести. Он все устанавливает, КП будет по чуть-чуть. Я тоже так сделаю, бля. Бля! Пидор, ты где, сука? Сука, где ты, нахуй? Пиздюк, нахуй. Куда он, блядь, делся? Вот это... О-оу. Давай иди сюда, сука. Так. У нас какая стоит? По одному. Вот теперь не по одному, нахуй. Сука, иди сюда. Ты, блядь, где? Это очень интересно. Где наш, блядь, кровосос? Сука, я туда же идти не хочу. Будет еще одна глупая смерть из-за кровоблёса, блядь. Куда побежал, пидор, блядь? Зюк, блядь. Сука, стой. Блядь, сейчас заряжать надо, нахуй. Неужели, блядь, мы убили кровососа, ебануться, блядь. Фу, блядь, пиздюк, нахуй. Все нервы мне потратил. Патроны я взял, там был, короче, в городе там есть такой ящик, там закрытый он. Там можно, кидая в дверь, этот, как его, автомат, нахуй. Взять себе этот, 300 патронов к автомату, 300 патронов к этой, к снайперке, к этой, блядь, к шинковалке. Вот это артефакт, нахуй. Принесу, не переживай, крохобор, блядь, не обоссыться. Так. А, замечательный артефакт. Ну ладно, несем артефакт к крохобору. Ехав на свои копеечки к этому крохобору, мы зайдем к нему. Так, вылезаем из копеечки, идем к крохобору. У нас тут начинаются лаги. Крохобор наводит, наверное, какой-нибудь скилл. Юзает. Ах ты, юзер, блядь. Так, смотрим, что у него. И смотрим, что у нас за квест, да. Блядь, хватит тормозить уже, нахуй. Да вернулся, блядь, я не исчезал, нахуй. Давай. Принес, держи. 4000, нахуй. Нормально. Кстати, заказывал у него этот, как Абакан. Посмотрим, как он что-то очень долго идет. Ничего нового нету. Нет. Итак, да, я еще, ходя по этой локации, нашел мужика, который дал мне квест разузнать о судьбе Макса. Квест такой как бы не показывается, где найти, так что этот квест я, может быть, покажу, может быть, нет. Так далее. Пошли искать сталкер. Другие квесты, показывать другие локации. И да, забыл сказать, на машинах тут можно щеголять прям вообще нереальной скоростью. Причем по таким просторам. Очень круто. Игра лагает, потому что, ну, загружается все очень быстро. Машина, кстати, есть фары тоже, вот. Гораздо быстрее ехать, чем просто тупо идти, естественно же, вот. Вот, и сейчас мы сходим, посмотрим вторую локацию. На первой локации мы закончили все квесты. Теперь сходим на вторую локацию. Итак, мы перешли на вторую локацию. Что она у нас из себя представляет? Она называется водохранилище, она вот такая длинная-длинная хрень. Мы по ней проедемся. Кстати, мы на машине перешли также. Вот. Нет, нам не надо переходить в другую локацию. А, значит, фига машину взяли, сами развернули. Нормально. Дорога специально для машин, наверное, сделана. Что же у нас интересного есть на этой локации? Эта локация похожа чем-то на свалку. Не знаю почему. Сейчас вы поймете. Кстати, мы можем взлететь, если пойдем в аномалию, которая разрывает. Если мы пойдем на машине в эту аномалию, мы взлетим. Какой-то невъебенно большой лаг, который что-то не хочет проходить. Нет, прошел все-таки. И сейчас мы подъедем к антенне, у которой будет сражаться сталкер с мутантами.
поможем ему, пытаемся помочь. Тут мутантов, как вы видите, тут очень много. Надо выбегать мимо, а то нам сделают шашлик-башлик. Мужик, бегать научись. Бегать научись, мужик, ё-моё. Блядь, дайте пройти меня. Охренеть, меня чуть не шашлычным, не башлычным. Блин, тут все так лагает, что делать что-то крайне сложно. Сидим хоть сухпаёк, чтобы нас кабанчик не дожрал. Тут очень много этих кабанов. Я даже ничем еще пока не помог. Ну, все впереди. Да, с одного патрона убил нормально. Теперь обыскиваем их. Ну, пока никто не облутил. Сможем с этого очень большие деньги получить. Так как кабаны, вот кабаньи ноги, стоят совсем немало. А их тут очень много, кабанов. Так что, я думаю, умные люди их обберут. Неумные их вообще трогать не будут. Вот это еще. Шикарно. Очень шикарно. Автомат Калашникова. У платей ничего не было. О, аптечка, артефакты, патроны. Все у него хорошего, до хрена было. Так, поехали дальше. Не будем же мы оставлять свой наш Бентли на дороге? Нет, не будем. Это обыскивал? Да, и сколько у нас ног этих педиков? 37, уже состояние. Я думаю, дальше можно проехать на машине или нельзя? Вот я сказал, что похож на свалку, вот. Только не знаю, можно ли тут вообще проехать. Вау. Если я туда заеду, оттуда точно не выйду. Машина заглохла. И такое бывает. Не впервые, как говорится. Все, опять заглохнет. Просто наверх подниматься очень трудно. Блять, ну. Что ж такое? То она застревает, то она не поднимается. Ладно, на этом, наверное, наше катание на машине осталось. Теперь просто пробежим этот раз. Пробежали. Вот зато я показал вам, насколько тут жестокие аномалии. Я ее не видел, она была невидима, вот и все. Ладно, с этой локацией все ясно. Покажем далее, что тут можно поискать или что тут можно найти. И вот все-таки мы нашли Макса. Вот этот Макс, которого мы искали. Водки с нами пропускать не хочет. Что-то, я не знаю. Вот так. И да, кстати, забыл сказать очень важную вещь. То есть выпадение, вот, например, вот вы убили монстра, у него есть какие-нибудь части. Если мы попали, например, в руку, в ногу или куда-нибудь, какая часть может быть, то есть ее не будет, типа вы ее отстрелили. Разумно, понимаете? Вот. Итак, мы перешли на третью локацию. Какая локация, вы думаете? Я думаю, все поняли. Если нет, это окрестности Юпитера. Даже вам покажу, если меня тут бандиты не завалят. Кстати, они, да, тут есть. Вот. Мы на этой локации сейчас. Сейчас у нас будут бандиты. Включаем эту. Сам-то араб не надел, не сюда нахуй. Круди сюда нахуй. Давай, блядь. Ну, идите, блядь. Давайте, подходите. Валяй, кореш! Я его нагнал! Ты его что? Ты его нагнал? Ну, блядь. Все? Хорошо повеселились бандиты, я же говорил. Тут все, кстати, вот. Тут я вам покажу, как увеличивать, то есть улучшать оружие. Улучшать оружие здесь так же, как в сталкере Зов Припяти.
Когда я буду ближе, я вам обязательно покажу, что о чем я имел в виду. Я вижу, я знаю, что вам ни хрена не видно, но ничего тут уже не поделаешь. Сейчас у меня может кончиться место на диске, поэтому может видео отключиться. Обзор я буду доделать тогда в следующий раз. Ну, не в следующий раз, позже, значит. Но это не должно вас волновать. Так, мы нашли тайничок. Где тут еще трубы? Только 4 бандита? Ладно. Идем далее. Если я что-то далее встречу, я обязательно это запишу. Итак, я вот не помню, говорил я или нет, но здесь все предметы могут портиться. Вот вам пример. Если долго, например, не есть ни колбасу, ни хлеб, ни тушенку, ни что-либо, оно испортится. Вот, например, как вот этот вот. Изрядно испортившийся хлеб. Где-то виднеется плесень. И тут то же самое. Если вы их съедите, вы получите радиацию или что-нибудь хрень. Давайте съедим. А их даже съесть нельзя. Понятно. Вот так вот. Итак, мы пришли к бункеру, где в Зое Припяти были ученые. Сейчас подумаем, что у нас здесь. Скажу сразу. Здесь у нас улучшают оружие. И улучшают очень хорошо. Уберу, не ссы. Вот чувак, дружище, костюмчик мне подрихтуешь и так далее, что-нибудь. Вот. Такие же улучшения, как и сталкер. Стоп. Что мой мужик задышал, как больной. В общем, ну, например. Где тут? Блин, куда вы все пошли? Дайте мне с мужиком поговорить, а? Дураки, ё-моё. Заказами снаряжения. Можем скафандры заказать, как в этом. Такие вот, в общем. Стоимость у них 60 тысяч, 30 тысяч, 48 тысяч. Какие-то патроны странные. Детектор. Кстати, детектор это тоже используется. Для них нужны батарейки. Вот батарейки. Волыну подгодишь под меня. Вот этот, например. Так. Шинковалку. Сколько стоит уложить шинковалку? Да. Шинковалку мы одно улучшение сделали. Второе улучшение сделали. На это нам не хватило денег. Сколько у нас осталось денег? 3000. Это очень мало. Сейчас попробуем улучшить даже тот же самый пистолет. Блять. Вот, половину подгонишь под меня. Вот, пистолет тоже улучшается. Уже на это не хватит. Вот. И вот тут всякое улучшение. Можно улучшать все любое оружие, которое у вас есть в инвентаре. Статы стали как гораздо больше, повреждений стало вообще до конца. Так что вот так вот. Дальнейшие изменения я тоже расскажу. А, еще одну вещь нашел. Поклонники Half-Life будут удивлены. Тут есть машины из Half-Life. Вот такая вот. На ней ездить можно. Только она очень быстрая, поэтому я на ней сейчас ездить не буду. Ну, в общем, главная суть в том, она находится, если кому-то интересно, находится вот тут. Вот. Бар играет веселый музон и новый НПС. Так у меня жутко лагает, извиняюсь. Мужики сидят такие вот. На этом я закончу рассказ об этом моде, так как в нем еще очень много нововведений. Если тебе говорить, то у меня не хватит времени вообще, и видео будет загружаться часов 65. Поэтому я скажу вам только одно, как бы просто поиграйте в этот мод, и все сами поймете. С вами был Саня 69 Фу, это обзор мода на Сталкер Тень Чернобыля Lost World.